Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Frog Games. И мы с вами продолжаем. Итак, две головы я нашел, две собачьи головушки. Давайте сразу их вставим, чтобы они местом не занимали. Первая пошла, вторая пошла и последняя осталась. Газетенка. Читал уже ее. Да, читали. Так, здесь нам надо найти. Какой-то предмет, чтобы сделать из него рва. Так, ладно, отправляемся на второй этаж. Там я не все осмотрел. Бабуля до сих пор здесь. Ну, она безобидная, вроде бы. Пока что. Сюда мы не пройдем. Ключика нету. Так, все тихо. Здесь нужен ключ с скорпионом. Там дробовик. Так, тут мы кассету смотрели. Здесь мы все смотрели. Здесь я посмотрел. А вот тут я не был. Кстати, там можно вниз спрыгнуть, надо попозже, давайте посмотрим, что здесь. А, тут ванная. Так, пусто. Таблетки, пилюльки. Наводим шмон. Патрушки-то хорошо, закройся. Я не хочу я брать монету, думаю. Ну, придется, ладно. Из точка достали. Душевая. И я тут агрегат. О. А, мы спускаем воду. О. А, вот, кажется, скульптура. Из нее можно будет сделать, да, это. Собрать. Что там? Ну да. Гадость, гадость. Осталось. Так, ну все, спускаемся-то на первый этаж. Вроде больше ничего нету. О, какой! Ты чего же, что ли? Офигеть! Восстановился полностью. А, теперь бежать. Да пошел ты. Беги, Итан. Да. Будем сейчас, если да, куда сейчас тут делать? Чтоб нас из виду потерял, пробеги. Быстрее, 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 давай на первый этаж. Открывайся. Беги. Так. Он идет за нами, нет? Блин, эта тень какой раз меня пугает. Итан, Итан, Итан. Да. Может, пока он нас там ищет, я смогу быстренько тут... Пойдет, не пойдет оно. Иди, иди, иди. Вот оно. Ну-ка. О, да. Вот так что-то вот нарвас махивало. Нет. Блин, надо. Так. Крутим, вертим, этим крутим. Сейчас что-нибудь накрутим. Как-то странно, почему она вниз не поворачивается, как-то вертомашка только и все. Так, ну вроде его не слышно, это хорошо.
Во-во-во. Во. Не-не-не, назад. Ну зачем ты перевернулась? Блин, почти во-во. Нет. Во-во. Отлично, все. Да. Ну, что, здесь дверь потайная? Да. Сезам, откройся. Who builds this shit? Блин. Так, он на втором этаже остался. И это хорошо. О, быстро залазь. Он идет. Блин, дедуля, значит, ожил, да? Отлежался в гараже там и восстал. Восстановился, блин. Там где тут паутинка, это что-то такое. Так. Здесь можно пролезть? Нет? А, здесь прыгать. Это мы где? Нехило такой особнячок-то, блин. Так, а что-то... А, я тут был, кажется, или нет? Похоже место. Что эти голову повсюду здесь? Не, мы тут не были. Что такое? Что это было? Это мы? Закройся. О. Забираем. Так, тут походу ключ надо ворона. Нам надо желательно найти ключ скорпиона. Ничего они нам дадут. Ну-ка, есть там рычаг? Нет, нету. Травка зеленая, спрятали, да? Ага, вижу, вижу, вижу. Сейчас заберем патрушки. Здесь нельзя открыть, да? Так, туалет. Монетки нету. Монетки нету. Так, все, дверь одна. И нам туда идти надо. Ну, а здесь отмычка нужна. Отмычку я походу использовал, да, где-то уже. Ладно. Надо запомнить, что здесь есть. Может, потом вернемся сюда. Угу. Мужина. И... А, ну-ка, поверни ее. Есть что-то. Детский рисунок. Ох, богатые мы, однако. Сколько монеток я уже забрал там в рюкзаке. Порох. Кстати, потом, когда дробовик заберу, я создам потрошки. Фу, я думал, здесь отмычка. Че это такое? Фу, и там выбрось. Оно шевелится, оно живое. Не работает. Так, внизу там ничего нет. Вроде бы ничего. Так, ну ладно. Идем дальше. О, пропавшие, да, все люди. Ну, давай. Тишина. Че это такое?
Блин. Не хочу я туда идти. Ну, придется. Блин, что же так? Плесень какая-то. Повсюду разослась. Растет и размножается, да? Что такое? Ну нахер, беги, Итан. А, попало, ударил. Чё же, тварь? Ладно, не хочу узнать. Так, там ключ нужен. Быстрее, 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 быстрее. Оно идет сюда. О, безопасное место. Закрывай, закрывай, закрывай. Закрой. Закрой дверь. Все, оно сюда не зайдет. Если зайдет друг, блин, накормлю. Хотя эта тварь похожа с какой-то части, не помню. Обитель зла. Это тоже такая похожая тварь была. Только она неубиваемая была. Там надо было только сжечь ее. Конечности отцеливали, она замедлялась, а потом опять оживала. Так. Отмычка нужна. Где же эта отмычка есть, а? Так, тут можно комбинацию сделать какую-нибудь. Что-нибудь сложить, монетки сложить надо. Так, записка. Угу. В подвале. Находится башка. Последняя, значит, да? Так, а мы вроде в подвале, да? Или нет, это не подвал вообще? Так, ладно, давайте монетку сложу. Освободим местечко. Так, сколько у нас там? 5 монет уже, нормально. Так, эту мы комбинацию сделаем. А давайте сразу сделаем. А, здесь нельзя сделать. Ладно, сейчас здесь. Так, вот я хочу... Пистолетные патроны какие? А, нам гильзы надо достать. Ясно. Гильзы-то я убрал. Вот они. Для дробовика. Возвращаем. Почему? А где дробовик? Пистолетную можно сделать, что ли? Ладно. Убираем пока. Оставить, не оставить. Ладно, тоже пока уберу. Порох тоже уберу. Трава, 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 ладно, трава. Две аптечки есть, траву тоже уберу. Там мы оставляем это. Блин, эти психостимуляторы нужны, нет они? Ладно, пускай пока лежат. 4 места у нас есть, 4 ячейки. Ладно, вроде пока пойдет. Но там эта тварь где-то лазит. И нам в подвал, значит, надо, да? Здесь отмычка нужна. Все. Так, здесь сохранение. Сохраняться пока не буду. Так, ну вроде здесь больше ничего нету, да? Картина Репина. Сейчас. Разбить ничего нельзя. Игрушки нету никакой здесь. Разбить. Ладно, выходим. Где эта тварь? А вон спуск в подвал. Так, ну она вроде пока уползла, да? И это хорошо. Блин, как я не хочу в подвал спускаться. По-любому там эти твари или одна, или несколько их тут. Хорошо, если одна. Плохо, если... Навряд ли она тут одна. Ну что делать? Бежать напролом? Тихо, 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 блин. Походу здесь вот опять она вылезет, вон там он стоит. Ладно, навяжу тебя. В упряси. Интересно, стрелять можно мне?
Так, ну там я не пройду. Фу, вон она, понеслась. Ложись. По-любому сейчас один вылезет. Чую, чую, блин. А, я же говорил. Пробегай, пробегай, пробегай. Задело, что ли? Нет? Запрета. И там. О, быстрее, быстрее, Итан. Давай, дорогой, тяни, тяни. Я чую, она сзади крадется. Забега. Ай-яй-яй. Так, ладно, пока аптечку не буду использовать. Что такое? О, ключ. Во-во-во. Теперь мы можем вернуться. Ну сюда давай. Ну, она бегает. Там что-то еще лежало. Ой, а какой? Давайте полюбимся на нее. Заткнись. Она у тебя когти, да? Что там было? Травка. Ай-яй-яй-яй. Хотя, когда вблизи такое, не слишком страшно. А вот когда выскакивает, блин, за угла, тогда жопа. Так, ну что, нам надо как-то на выход бежать. Я не помню, где выход. Все, застряло, да? Плесень такая. Ты там пробегай. Да пробегай же. Я нажимаю прыжок, которого тут нету, блин. Где она? Вон она. Вон, она закрывается. Значит, мы можем убить его. Нельзя ты бошку закрываешь, да? Юра, ты. Че, контратака, да, у тебя такая? Не знаю, убью, не убью. Может просто патрон трачу. Убил. Бошку солевую или восстановится. Давайте проверим. Встанет, не встанет. Нет? Она не встанет. Она умерла? Она убивается. Ну, вообще здорово, да. Можно рассмотреть. Вот это когти. Да, какая-то плесень, блин. Понятно еще, чем это. Фу, она гнилое все. Так, ну теперь можно спокойненько тут осмотреться. Отмычка. О, отлично. Ценная фотография. Забираем. Так, мне, конечно, плохо немножко, но немножко-то ничего нормально. Можно травку скушать. Так, здесь вот. Забираем. Может, комбинацию сделать еще одну. Там ничего, да? Так, стоп. Туда я спускаться пока не хочу. Я хочу вернуться наверх, где там дедуля ходит, бродит. И забрать дробовичок. А потом он может с ним спуститься. О, щит, еще одно. Ладненько, ладненько, иди сюда. Сколько там патрон садил, я не помню. Да-да. Сюда иди. Зубастая тварь, да? Сдох. О, тут и сейчас, что ли? Ну да, растворился. Потрошить тебя. Не дали мне ящики разбить. Значит, оно тут не одно. О, отличная карта. Патрошки. А и сколько вас тут ходит, бродит? Откуда она вообще появилась? А, она сверху.
Выупилось, да? Я открыл. Вот оно стоит, еще одно. А, стоп. Я оттуда пришел. Ладно, давайте. Хотя можно просто оббежать. И не... Хотя я хочу завалить эту тварь. Ладно, завалим. Выупляйся. Бежим. Она здесь такая позиция выгодная. Закрываешься. Закрывайся, открывайся. Долго ты закрываться не сможешь. Какой-то это шустрый, блин. Тихо, замри на месте. Дай прицелиться. Попадание. Стоять, стоять. Мимо. Так, ну в тело лучше не стрелять. Упал. Скоро тебе хана, все. Упал, отжался. Похочу, ничего не выпадает. Так, эти здесь полностью растворились. Так, ну... Немножко подвал зачистил. Давайте осмотримся более. Так, туда я не хочу пока идти. Там заперто с другой стороны. А там? Это что, морг? Так, стоп, или это крематорий? Не-не-не-не-не-не-не-не. Иди сюда. Я вообще заманиваю сюда. Близко, позиция вообще отличная. Идет. Ах ты, блин. А не хотел уже стрелять. Снова же поможу. Хорошо, что я не по одному здесь. Точнее, я мог бы их вообще здесь всех согреть, и там мне хана было бы. Хорошо, что я по одному их начал. Опс. Прыгай. Если от бедра стрелять. Шустро беги. Да и там прицелься же. Есть. Хедшот. Так, сколько там уже перевалюта их? Ну, патроны хорошо, нормально есть. Так. Что это? Блин, звуки тут просто жесть. Просто ужас. Может пока закрыть эту дверь? Ага. Она не закроется. Так, где там этот крематорий или морг? Вот он. Так, здесь можно полазить, посмотреть что-нибудь. Пусто? Так, Лукас. Опа. Отпечаток руки. Это булькает еще, она что, еще где-то вылезет? Собираем. Так, ну, выупляйся, если ты здесь есть, нет? Так. Пусто. А, вот тут именно, отпечаток руки. О, походу здесь. Так, что там было? А3, что-то круки. А3.
Ну-ка, если мы... Тамара. Если их закрыть можно? Да, можно закрыть. Я такой чувствую, будто он сейчас где-то появится еще. Так, отпечаток. Во-во-во-во. Отлично. Открылось. Ох! Ну и луна. Блин. Оно какое-то другое. Ладно, бежим туда же. Не буду рисковать. То я уже раненый. У него какая-то рука другая. Отлично. Ой, оно шустрое. Промазал. Тихо, тихо, тихо. Отлично. А что с рукой у него? Ладно, не важно, главное замочить. Ага. Открываешься, да? Щит. Раскройся. Промазал. Опа, опасно. Блин. Сдохни. Ой-ой-ой, все, свечка. Что-то я разошелся. Столько раз промазал. Надо с прицела стрелять. А, блин. Что ты косить начал? На живущее там патрон заканчивается. Да сдохнет уже. Прям он неубиваемый, что ли? Так, все, надо собраться. Последняя обойма. О, стой там. Так, что ты мажешь-то? Да и там ты кого творишь-то? Бля, последний. Сдохнет уже. О, Итан, Итан. О, Итан. О, е. Это было на волоске. Последний патрон. Последняя пуля. Я бы ножичком урезал. Просто жесть. Так, там ванна открылась. Пойдемте смотреть. Эх. Так, надеюсь, больше пока никого не будет здесь. Потому что я вообще пустой. Ключик. А, вот ключ от того места, где последняя голова находится. Так, ну все здесь, значит, все. Короче, надо сюда сваливать. Надо идти за дробовиком. Ключ я. Ключ у нас есть. Так, я же правильно иду? Ну да. Фух. Свобода. Так, стоп, свобода. Здесь тоже один же был. Ну-ка, вернемся назад. Точнее, сюда. Так, что у нас там у меня есть? Так, сообщение, удостоверение, монеты, аптечки. Так, аптечку надо мне. Блин, две штуки, тут одна. Можно, конечно, создать аптечку еще одну. Эпоксидом, например. Здесь у меня тоже эпоксид есть. Ладно, посмотрим, что мы там можем комбинировать. Так, улучшенный пистолетным патроном можно сделать. Аптечка. Сильная аптечка.
Блин, конечно, эпоксид-то вообще вещь такая нужная. Ценная фотография. Фотографию можно убрать? Что нам? Нам не нужно. Отмычку я оставлю. Блин, вот эти вот. Пускай не убью их тоже пока. Ключ оставляем. Ладно. Отмычку сейчас использую там, где можно было. Главное, чтобы сейчас тварь это не появилась. Только про нее сказал. Надо как-то пробежать нам туда. Интересно, сколько ударов я еще выдержу? Ёшкиными когтями. Ну что, бежим на пролом, друзья. Выбора-то нету. Патрошек-то тоже нету. Одна пуля. Конечно, можно создать патроны, но ну, не хочу эпоксид тратить. Ладно, попробую пробежать. Бежим. Так, во-во-во, ключик. Быстрее, быстрее. Давай. Открывай быстрее, Итан. Все, мы выбрались. Центральный зал. Эта тварь сегодня может пройти, да? Она вообще где-то потерялась. Так, все отлично. Так, теперь мне надо... Что было? Она же не может здесь появиться? Фу, пронесло. Stay right there. Откуда ты взялся, блин? Иди нахер. Ай-яй. Вообще, беги это. Откуда он взялся, блин? Вдруг откуда ни возьмись появилось. Ладно, давай, беги. Ой, как плохо-то. Блин, не знаю. Заткнись ты. Бабулище. Сука, ну хана, нам аптечку бы использовать. Ай-я. Нет, живой это? Используй аптечку. Аптечку используй. Ну, это ты точно хана. А, пробил черепок. Откуда он взялся, блин? Реально, он, может, в той комнате был. Потому что я спиной встал, мне сзади схватил. Ладно. Я думал, он на втором этаже. Он, значит, падал, спустился, да? Так, подсказки. Так, ушины, патроны. Пистолетные. Для смены. Понятно. Прицельные атаки. Ладно. Бля, опять все надо выложить. Полный инвентарь. Так, что там я выложил-то? Это. Фотографию. Мычку я оставляю, птичку. Так, а птичку-то я лучше возьму одну отсюда. Одну оставим. Это тогда... Эпоксид и траву мы уберем. Эпоксид я оставлю. Ключ. Ну все, вроде бы. Так, сейчас эта тварь опять вылезет, что мы там могли пройти. А, нет. Есть. Быстрее там. Быстрее открывай. Беги. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, там сразу наверх. Или его там нету? Бабуля исчезла. It's over, boy. Да-да. Вот ты шустрый-то, а.
не ходит быстро. И там в таком темпе только бегает. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас нам тут его крутить, вертеть. Вот здесь можно птичку, отмычку использовать. Так, откуда он выйдет? Оттуда, оттуда или отсюда? Или можешь пока отмычку использовать? Быстрее, быстрее. Вот что-то там. Вау, бежим, бежим, бежим. Так, как раз он пока там. Я быстро забегаю сейчас. Сучоныш, он спалил нас. Или нет? Он меня не увидел? О, теперь он меня увидел. Блин, успею, не успею. Стрит, открывай. Заходи же. Закрывай, закрывай дверь. Ух, пронесло. Что здесь? Записка. Еще нет, сейчас читать некогда. Главное отсидеться немного, чтобы он там потерял. Ну, Зиду нас потерял, но чтоб нюх потерял. Тоже нас чует. Но сюда он вроде бы не зайдет. Потому что дверь закрыта. Отлично. Патроны. Сейчас все прошмонаем сначала. Ничего не начнет. Ты что, увидел меня? Не-не-не, не увидел. Хватай дробовик. Сломанный дробовик? Как сломанный? А, стоп, я походу понял. Сломанный дробовик, значит, да? Теперь можно поменять дробовик. Сломанный туда. Противовес сделать, а целую взять. Челюсть. Фу, выбрось. Понял, он там ходит. О, эпоксид. Прям тут за спиной у нас был. Пистолетные патроны. И закрывайся. А, и как нам теперь отсюда выбраться? На правом бежать только. Хватать дробовик и устраивать разборки с дедулей. А какие разборки? Мне же надо в подвал. Мне же нужна последняя собачья голова. Не, ну первым делом берем дробовик. Чего, он ушел, нет? Да, сломанный. Так, что мы сможем сделать? Так, у нас два эпоксида есть. Пистолетные, улучшенные, синоптичка. Ладно, ничего пока делать не буду. Да нет, он ушел. Так. Ну, здесь вроде все осмотрел. Погладить можно что-нибудь. Ну что, друзья, бежим на пролом. Или так сначала покрутим, повертим. Потому что дробовик, чтобы взять, надо там аккуратненько. Так, а вот где... Херакс нас за спины хватает. Как я его слышу. Он меня не увидел, да, значит? Where's my little Ethan?
Так он внутри ходит. Давай выйди сюда, блин. Я весь на панике, не знаю, в какую страну выйдет. Ага. Дедуля. Надо хочу вас заманить сюда. Да я тут, а тут, блин. Где вообще? Вон она. Здорово. Да-да. Давай, поиграем в догоняшки. Воу-воу-воу-воу. Тут такая музыка напряженная началась. Я быстрее. Звезда куда сейчас сделаем. Беги-беги, Итан. Все, вроде у нас из виду потерял. Теперь быстро туда. Заткнись ты. Быстрее, 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 быстрее. Хватай. Че? А, места нету. Вот жесть. А, точняк, у меня весь инвентарь забитый. Уфу-фу-фу-фу-фу-фу. Там эта тварь обитает. Блин, что делать-то? Цыпа-цыпа, да пошел ты, цыпа, блин. Надо бежать сюда. Давай. Так же напролом. Тварь вылупилась. Быстрее, быстрее. О, нормально. Так. Забитый инвентарь, значит, да? Два эпоксида. Вон. Убираю. Так, гильзы, гильзы. Это 6 патронов, да, у нас? Почему можно пистолетный можно создать, а... А дробовика патрон нельзя сделать. Ну ладно, нельзя так нельзя. Так. Дробовик занимает две ячейки. Значит, убрать либо... Ключ можешь убрать этот. Он нам нужен, не нужен еще? Ключ со скорпионушкой. А где-то больше не видал, где скорпиона. Ладно, убираю. Надеюсь, не зря. Только чтобы он внизу не появился. Быстрее бежим туда. Давай, забегай, забегай, забегай. Хватай. Найс. Ну что, сучок наш. Перезаряжай. Конечно, с патрушками тут беда. Так, ну все, мы вооружены, более-менее опасны. И теперь нам надо... подвал спускаться, где мы были. Так. Сломанный дробовик. Может, эту тварь тоже завалить? Хотя, что на нее патроны будут тратить. Пускай она живет. Шикарно, шикарно. Ну, вы упляетесь. Накормлю вас дробью. Я тут всех уже перебил, да? Ну что, только туда идти? Так, а мне пистолет, перезаряжаемся. Конечно, звуки тут просто жесть. Давайте, друзья, здесь-то остановимся. А продолжим с вами в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames. Ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи. Всем пока.